Редкое астрономическое явление наблюдали жители внутренней Монголии. Одновременно три солнца на небе. Это явление называется паргелий или ложное солнце. Возникает этот необычный природный феномен из-за преломления солнечных лучей в кристалликах льда, летающих в атмосфере. Они образуют плотное облако с эффектом линзы. Человек смотрит на Солнце через эту линзу, и наши глаза видят три звезды одновременно, поясняют эксперты. Похожие явления описаны у Шекспира в «Генрихе VI», у Джека Лондона в рассказе «Тропой ложных солнц». В слове о полку Игореве говорится, что четыре солнца засияли над русской землей, и войско было этим напугано.